Всем привет, с вами снова Александр, и у меня очень-очень хорошая новость для поклонников бренда Baby Jogger. Это американская коляска, и наконец появилась возможность приобрести люльку для коляски Baby Jogger City Elite. Это реально крутая люлька, очень-очень хорошая для ребенка, и она расположена вот высоко, для высоких людей она будет очень круто. Вот немножечко посмотрите. Но действительно очень круто, поэтому сегодня я вам о ней расскажу, как она крепится, что сама люлька из себя представляет. Так что садитесь поудобнее и начнем изучать. Собственно, вот люлька Baby Jogger. И на мой взгляд, вообще это находка для любителей компании Baby Jogger, особенно кто любит колясочку Baby Jogger City Elite. Поверьте, таких любителей очень много, кто любит активные прогулки, долгие прогулки, кто в парках гуляет, кто много гуляет, кто зимой много гуляет. В общем, для любой погоды, для любой дороги, времени года, вообще без разницы, эта коляска на все готова. Поэтому сейчас есть возможность купить на нее люльку и установить. Сразу хочу обратить ваше внимание, посмотрите, насколько высоко люлька от земли. У меня рост 1,86 м. Мне лично идеально вообще подходит эта высота. У меня все вот вытянутые руки. Мне даже нагинаться вообще не надо. Люди чуть пониже тоже будут нормально себя чувствовать. Вот, тоже абсолютно, конечно же, нагинаться не будет, и ребенка легко доставать. Ну, реально, вот когда люлька высоко, это очень удобно. Так, давайте с вами изучим люлечку. Единственное, добавлю, сам обзор на колясочку Baby Jogger у меня уже есть на канале, именно на прогулку. Я ссылку в описании добавлю, пройдете, посмотрите. Сегодня же я вам расскажу именно про люльку на этой коляске. И для того, чтобы поставить люльку на коляску, вам нужно сначала с самой коляски снять само сиденье. Само сиденье снимается с коляски очень просто. Здесь все на кнопочках. Вот, щелк, 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 щелк. Минута, и вы ее сняли. Вот, если будете пытаться ставить ее не снимая, в спинку упретесь, и она не дает поставить нормально сюда люльку. Вот, поэтому вот так это все в итоге должно выглядеть. Голое шасси и люлька. Люлька ставится на адаптеры, которые идут уже в комплекте с люлькой, докупать не нужно. Поэтому вот что мы в итоге имеем. Можете посмотреть на люльку. Люлька действительно большая. Она действительно очень большая, глубокая, широкая. В общем, закрыта она, кстати, очень хорошо. Кстати, точные характеристики, ссылочка в описании, пройдете, посмотрите. Сейчас я вам покажу для зимы, как здесь можно прятать ребеночка. Вот здесь вот можно вот этот бортик поднимать и крепить сверху. Причем полноценно крепить, не просто она там под своим каким-то усилием держится, а именно крепится, и порывы ветра ее никуда не скинут. Вот. Плюс еще мы делаем вот так, и у нас ребеночек очень-очень хорошо закрыт. Зимой, пурга, да что угодно, ребенку будет там нормально. Единственное, зимой покупайте нормальный меховой, флисовый, ну, желательно на хорошей шкуре, конверт, и никогда ребеночек у вас не замерзнет. Не люлька греет ребенка, она все лишь от ветра закрывает. Поэтому конверт зимой вам в помощь. Вот, собственно, как закрыть ребенка можно. Давайте теперь посмотрим на люльку более внимательно, что она из себя представляет. Снизу, кстати, тоже этот бортик крепится, он здесь бесхозно не валяется. Все продумано, все аккуратно, все сделано для людей. Кстати, по ткани. Ткань типа джинсы, что-то такое, очень приятная тактильная ткань, ну прям, да, такой не раздражающий материал, и видно, что износостойкая ткань. Ручка, кстати, для транспортировки есть тоже. Вот, с тканями здесь вообще все отлично. В комплекте у нас есть вот такая вот накидочка на ножки, закрывающая ребенка, она тоже плотная, непродуваемая, говорят, еще ткань непромокаемая. Ткань, по сути, любая может промокнуть, если вы долго будете там под дождем. Они все с пропиткой, и ну, не будете вы столько под дождем гулять, что она промокла. Поэтому, можно сказать, непромокаемая.
Так, давайте теперь с вами немножечко посмотрим на внутреннюю часть люльки. Люлька внутри выполнена тоже очень качественно. Вот этот материал, он такой бархатистый, приятный, ну действительно очень приятный. Матрасик тоже выполнен из этого же материала. Матрасик, кстати, здесь такой, он не очень толстый, но он такой, знаете, не вот прям мягкий, не какущий, а достаточно упругий такой. Я думаю, комфортно будет ребенку на этом матрасике лежать. Что касается именно внутренней части, здесь у нас ровное твердое дно с вентиляцией. Снизу я вам покажу чуть позже, есть закрывающая крышечка и открывающая, соответственно, вот, открывающая доступ этим отверстиям, что, соответственно, дает не преть ребенку в жаркое время года и с такой своего рода вентиляция внутри. Вот, а по большому счету, посмотрите, действительно какая-то маленькая кроваточка, очень много места на самом деле, классно. Так, теперь давайте я вам покажу люлечку просто снаружи. Снимается она очень просто. Здесь есть такой упор для пальцев и кнопка с двух сторон одинаково. Вот, сняли, переносим мы за ручку. На дне здесь, как я говорил, вот есть отверстие. Оно закрывается без проблем. Все продумано, оно не болтается, сразу все фиксируется. Есть ножички прорезиненные, чтобы вы могли на землю ставить. Вот, люлька, в принципе, не тяжелая. Я думаю, что килограмма так 3, может быть. Ну, опять же, в характеристиках точно лучше проверить, я могу ошибаться. Так, давайте еще один момент покажу вам. Про сам козырек я вам чуть-чуть недорассказал. У нас здесь с вентиляцией вообще все отлично. И на дне есть, и в козырьке есть. Вот так вот выворачиваем, и, пожалуйста, такой своего рода климат-контроль для ребенка. Снизу, сверху на козырьке. Поэтому проветривать можно вообще без проблем, если где-нибудь в южном регионе находитесь. Вот. Для южного региона, кстати, тоже очень подходит. Люди там более активный образ жизни ведут, и, соответственно, какие-то вылазки на природу часто совершаются чаще, чем, к сожалению, у нас здесь. Вот, климат позволяет. И для плохих дорог, горной местности коляска, ну, прекрасно подходит. Ну, это в обзоре на коляску я тоже рассказывал. Пройдите по ссылочке вниз, посмотрите. Так, давайте мое такое небольшое заключение. Когда появилась возможность ставить эту люльку на City Elite, я сам уже начинаю подумывать о приобретении такой именно коляски. Мне нравятся трехколесные коляски внедорожного типа, потому что они дают свободу действий, где угодно там гуляете, и ребенка не колбасит, хорошая амортизация, все супер. И начал подумать второму ребеночку именно вот этот комплект и приобрести. Я сейчас ни в коем случае никому не навязываю свое мнение, я вам говорю именно свое мнение. Мне нравится этот комплект, люлька глубокая, зимой отлично, летом проветривается тоже отлично. Под мой рост, у меня супруга тоже достаточно высокая, и нам просто отлично подходит высота, и мне нравится качество этого бренда вообще без вопросов. Поэтому если что-то подобное ищете, обязательно обратите на нее внимание. Мне лично очень нравится, повторюсь. Вот, и в заключение, если вам было интересно, полезно посмотреть на эту люльку с комплектом этим, скажем так, с коляской City Elite Baby Jogger, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Не полезно, не интересно, ставьте дизлайки. Вот. И хочу большое спасибо сказать магазину «Первая коляска» за то, что предоставили на обзор такую вот замечательную люлечку для бэйби-джоггера. И вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго!